Там где-то полкило теста возьми, примерно. Что должно сверху произойти? Зарумяниться. Зарумяниться. Убирай руки. Достаемся. Сейчас посмотрю, как это работает.
дыхание слышит. Она не расслабляет, она застынет, и она согреется. Заморозку перемешать? Заморозку не очень. Ты усвоишь все эти моменты? Нет, которые ломаны, они уже, знаете, на мелочь. На мелочь? Конечно. А здесь уж надо, видишь, за него и деньги будете брать хорошие. Но надо, чтобы он выглядел хорошо. Да, наверное, все равно ягоды не все политы получаются, да? Ну, надо аккуратно поливать, они научатся. Что-то он первый раз в жизни поливал. Я сказала, ребят, сначала один слой полил. Возможно потом быть еще кисточкой полил. Силиконовой. Кисточкой все у тебя потечет. Обрызгивается. Ягоды рассыпешь. Ложкой лучше всего. Там, да.
Мария Ивановна. Вы... Мария искусница? Кадр попал. Вообще нормально, все супер. Попадаем, нет? Не вижу, не вижу. Тащи форму, короче. Получается это. Да, надо, может, чуть посильнее. Соня. Чтобы видно было, он сейчас будет фотографировать, чтобы видно было на разрез какой он. О, красавец. Сказка. Но он лето, да? Очень. Зимой. Но он пользуется вообще без спроса. Он еще и очень вкусный. Ну все. А ты, Андрюш, черемухой как хотел еще один пирог увеличить? У нас еще кулебяка на 4 вот, угла. Вот мне вот прям вот еще один, прям поменьше совсем, Мария Ивановна. Ага, вот такой. Я хочу попробовать, просто я уже не могу. Я тоже хочу чуть-чуть. Я почему спрашиваю, я Валеру хочу в какой-то Андрей день, надо его отпустить отдохнуть. Блин, Валер. Вообще, балдеть.